По такому же сценарию развивалась игра в Ярославле. Голевой всплеск во втором тайме. Основная угроза воротам торпеды «Металлург» – гости в белом, как и в первом круге – исходила от Карпенко. Сначала он отправил в прорыв Васильева, завершившего ловкий проход точным пасом Кеченову, который и пробил Новосадова. Вскоре Кульчий вывел на удар того же Карпенко, и форвард не промахнулся. А перед самым финальным свистком Карпенко вновь отметился точной передачей. Гол записали на счет Шевчука, хотя мяч в ворота влетел от торпедовского защитника. 3-0. Победная серия «Шинника» продолжается.